Коллеги, партнеры, друзья, рада вас приветствовать. На самом деле сегодня это наше самое первое в России вот такое мероприятие для наших клиентов, которое посвящено непосредственно биологическим продуктам и питанию растений. Поэтому от души вас приветствую и очень рада тоже видеть. Сегодня в ходе нашего семинара мы будем много с вами говорить как раз о ценности этого направления, о важности биологических продуктов вообще в целом для нашей планеты, для индустрии, для компании Сингента, для нас с вами, как для потребителей продуктов питания в том числе. И я надеюсь, что вы с пользой проведете время и там, через 3-4 часа, сколько продлится бизнес-семинар, уйдете с какими-то новыми знаниями, мыслями, идеями и так далее. Я вас призываю занимать активную позицию, участвовать в дискуссиях, может быть, даже в спорах где-то, не знаю. Вот это будет нам очень интересно узнать ваше мнение в том числе. Ну и я начну тогда размышлять над вопросом, почему Сингента сегодня меняет свой фокус только с защиты растений и говорит сегодня скорее о здоровье растений, о плодородии почв, почему это важно. Ну, безусловно, это связано с теми тяжелейшими вызовами, которые стоят перед производителями сельхозпродукции сегодня во всем мире, во всех странах и в России в том числе. А вызовы такие, что, вы знаете, население Земли растет, нагрузка на почву постоянно повышается, но при этом каждый год мы теряем, наверное, миллионы гектаров из-за деградации почв, снижается коэффициент плодородия, снижается биоразнообразие. Все это, безусловно, отрицательно влияет на урожайность. Кроме того, что еще происходит? Глобальное потепление, изменение климата. Все чаще и чаще мы сталкиваемся с климатическими катаклизмами, какими-то явлениями, температурными стрессами, то жара, то заморозки, то наводнение, то засуха. И, естественно, это тоже влияет отрицательно на урожайность, на производительность. Сегодня мы более подробно об этом поговорим, в том числе с нашими коллегами из штаб-квартиры из Швейцарии на эту тему. Кроме этого, изменение климата, глобальное потепление может менять ареалы обитания насекомых, болезней. Вредители болезни могут вырабатывать устойчивость. Вы все это знаете точно лучше меня, потому что вы с этим работаете. И также потребительские предпочтения, они тоже меняются. Уже недостаточно просто накормить человека. Люди хотят потреблять здоровую пищу, свободную от пестицидов, и это тоже нужно учитывать. То есть такие вызовы стоят. И здесь вопрос, а как производитель может производить еще больше, используя при этом меньше ресурсов, сохраняя курс на устойчивое земледелие и при этом всем еще оставаясь прибыльным, рентабельным? Это очень сложно. И биологические продукты являются частью ответа на вопрос, а как это сделать? Именно поэтому Сингента уже несколько лет или много лет инвестирует в это направление развития, фокусируется на нем, уделяет очень серьезное внимание. И подтверждением тому служат инвестиции в компанию Valagra. В 2020 году итальянская компания Valagra, которая является мировым лидером в производстве биостимуляторов, вошла в состав Сингента Group. И эта компания уже более 40 лет на рынке, имеет очень мощную научно-техническую базу. Сейчас я бы хотела вас познакомить с компанией Valagra немного поподробнее. Включу вам такой короткий ролик, который расскажет о компании и о ее философии, и о том, на какой научно-технической базе происходит как раз вывод новых продуктов на рынок. Нам нужно обращать внимание на незаметное, чтобы постичь его скрытую красоту. Требуется любопытный взор тех, кто смотрит за пределы видимого, чтобы исследовать его механизмы. Только так мы сможем позаботиться о почве и здоровье планеты. В мире, население которого неуклонно растет и который должен столкнуться со взаимодействием изменения климата на окружающую среду, нам нужно смотреть дальше и придумывать смелые решения.
Более 40 лет в Валагро мы изучаем секреты устойчивости растений. Идя по третьему пути, где наука и природа объединяют свои силы во имя устойчивости. В наших лабораториях мы исследуем самые сокровенные секреты растений. Понимая их физиологию, чтобы помочь им расти здоровыми, сильными и более продуктивными. Мы разработали новые методы извлечения активных ингредиентов, переосмыслили методы, принадлежащие другим секторам, и нашли новое сырье там, где его раньше никто не искал. Наше исследование любознательно. Оно открыто для непрерывного изменения мира вокруг нас. Но мы не ограничиваемся лабораторными исследованиями. Мы тестируем наши биостимуляторы в полевых условиях, отслеживая их эффективность, чтобы помочь нашим клиентам достичь своих целей. Мы поощряем наших сотрудников выходить за рамки своих границ и зоны комфорта, потому что это дает им преимущество. За более чем 40 лет мы принесли нашу философию и наше мышление в мир, в том числе благодаря постоянным инвестициям в наши лаборатории и установлению партнерских отношений в области исследований. Вступая в Syngenta Group, сегодня мы еще больше хотим представить решение завтрашнего дня, потому что способность мечтать, воображать то, чего еще не существует, заглядывать за пределы — это наше величайшее сокровище. Валагро, где наука служит природе. Да, вот такая философия у компании Валагро, она нам очень близка. Сегодня предлагать решение завтрашнего дня, смотреть за пределы видимого — это все очень близко нам в Syngenta. Вот. А сейчас я хотела бы, чтобы мы так быстренько немного разобрались в понятиях, что же такое мы имеем в виду, говоря, биологические продукты. И в Syngenta мы делим, ну, как минимум, на две, вот сначала на две большие группы. Это биоконтроли и биостимуляторы. Под биоконтролями мы понимаем продукты естественного, природного происхождения, которые контролируют биотические стрессы, то бишь болезни, вредителей и так далее, да, по сути, осуществляя то же, что делают и химические средства, но при этом будучи естественными, натуральными. Биостимуляторы – продукты также природного происхождения, которые влияют на физиологию растения изнутри, вызывают необходимый генный ответ в растении для того, чтобы помогать растению проходить лучше абиотические стрессы, да, какие-то температурные стрессы, гербицидные стрессы, быть более сильным, устойчивым. Естественно, это приводит к повышению количества и качества урожая, а некоторые биостимуляторы еще могут влиять непосредственно на здоровье почвы через ризосферу. Вот. Ну и, конечно, лучшее усвоение питательных веществ из почвы, это тоже присутствует. Вот. И говоря про портфель Syngenta в России сегодня, именно в России, мы представлены очень широкой линейкой биостимуляторов для всех культур. И мы также предлагаем питание растений, портфель Валагро, водорастворимые подкормки и микроэлементы. В России пока мы не имеем в портфеле биоконтролей, но они у нас появятся также в ближайшие годы. Мы уже начали эту работу, мы начали регистрационную активность. А в других странах, в Syngenta, этот портфель у нас уже есть. Вот, может быть, сразу имеет смысл тоже сказать, что мы точно не видим никакой конкуренции. Да? Вот, ну, иногда люди спрашивают, как вообще химическая компания может идти в направление био и зачем вам это нужно. Мы точно не планируем конкурировать со средствами защиты растений, и мы говорим только про интеграцию в существующие схемы, там, где это имеет смысл, и про синергетический эффект. Также ставим своей задачей расти, расти амбициозно, развиваться и, да, стать номером один в этом направлении вместе с вами, вместе с нашими партнерами. Потому что верим, что это нужно нашей планете, нашей стране, и за этим будущее. То есть сегодня мы думаем о том, как будем жить завтра.
Сегодня мы провели наше первое мероприятие в России, посвященное биологическим продуктам. И оно очень важное для нас и ценное тем, что мы хотим и считаем, что мы должны делиться теми знаниями, которые Сингента аккумулировала по всему миру. И передавать эти знания нашим клиентам, нашим партнерам в России в том числе. В ходе мероприятия мы много говорили о важности направления и о ценности этих продуктов и пытались ответить на вопрос, а как же сегодня сельхозпроизводитель может справляться с теми вызовами, которые перед ним стоят. Это и глобальное потепление, изменение климата, и деградация почв, устойчивость вредителей и болезней и так далее. Другими словами, как сельхозпроизводитель может производить еще больше, кормить растущее население Земли, при этом использовать меньше ресурсов, удерживать курс на устойчивое земледелие и оставаться прибыльным. И часть ответа на этот вопрос как раз скрывается в биологических продуктах. За этими продуктами будущее, и без них, возможно, сельское хозяйство через, я не знаю, сколько-то, сотен лет или десятков лет будет просто невозможно. Мы очень рады, что эта тема близка нашим клиентам, что они заинтересованы, они приехали на наше мероприятие, задавали вопросы, дискутировали с нами. Ну, а мы, в свою очередь, продолжим изучать секреты растений для того, чтобы влиять на их физиологию, делать растения более устойчивым, более продуктивным, ну, а наших клиентов делать более успешными в ведении их бизнеса тоже. В рамках сегодняшнего семинара мы много говорили о биологических решениях и о портфеле в частности. Однако стоит отметить, что традиционные схемы защиты растений не являются в нашем случае конкурентами. Скорее, мы являемся логическим дополнением и, так сказать, эффектом синергии двух наук – химии и биологии. Уверен, что в будущем мы будем более эффективно решать проблемы, как раз применяя совместно традиционные средства защиты растений вместе с нашими биологическими решениями. Также в будущем мы планируем развивать наш портфель биологических продуктов и уже завтра или послезавтра будем говорить о более широком портфеле, о более эффективном применении наших технологий.